продукту. Для повышения иммунитета берем маленькие такие веточки сосны, обрываем иголочки. Самую веточку измельчаем. Это у нас получится такая горсточка на 0,5 литра воды. И также веточку добавляем сюда вишни. Можно еще одну вишенку такую. Вкуснее будет чай. Эту кастрюльку засыпаем 0,5 литра воды, кипятим 5 минут. Оно остывает и получается такой у нас чай. Можно его просто пить вместо воды, можно пить и с сахаром или медом. У кого густая кровь, тут уже мы берем самые веточки вишни. Тоже их разламываем на веточки сантиметров по 2. Их взять на 0,5-литровую баночку нужно где-то такие веточек 3 сантиметров по 15. Измельчаем, также заливаем кипятком, кипятим 5 минут и выпиваем. Сосна обладает антимикробными действиями, даже убивает туберкулезную палочку. Вишня разжижает кровь. А также она идет как мочегонная, и у кого песочек у почках, она выгоняет этот песочек. Всем крепкого здоровья и веселых новогодних праздников. До новых встреч. Пока-пока.